Почти 2000 нарушений федерального законодательства выявила Люберецкая городская прокуратура. По ним направлено почти 400 исков на сумму более 45 миллионов рублей. В ведомстве подвели итоги 2019 года. О результатах проделанной работы в сюжете Анны Троян. Вопросы экологии, защиты социальных прав граждан, защиты интересов матерей, детей, защиты государственной собственности. Спектр основных направлений работы люберецких прокуроров в 2019-м был широким. Рост преступности составил 7%. Всего на территории обслуживания ведомства зарегистрировано более 3500 дел. Наравне с убийствами, изнасилованиями и тяжкими преступлениями увеличилось количество интернет-мошенничеств и мошенничеств, совершенных между членами семьи. В текущий период совершено 174 в 2019 году преступления против 132. В 2018 году рост составил свыше 31%. Большую озабоченность вызывает рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, особенно со сбытом наркотических средств. Таких преступлений у нас зарегистрировано 651. Опираясь на опыт прошлого года, особое внимание в работе прокуроры обратят на сферу долевого строительства, противодействию налоговым преступлениям и правонарушениям, связанным с нанесением ущерба, причиненного государству. В 2019 году более 170 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение федерального законодательства. Вот данные показатели свидетельствует о том, что все равно городской прокуратуры из года в год количество выявленных нарушений продолжает расти, что свидетельствует о том, что как юридическими лицами, органами местного управления нарушения все-таки допускаются. В 2020-м работу горпрокуроров скорректируют с учетом обращения президента Федеральному собранию. Сконцентрируются прежде всего на решении социальных вопросов граждан, защите интересов несовершеннолетних, а также на борьбе с наркопреступностью и экономическими преступлениями. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.